Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан, чтобы принять участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ. В международном аэропорту Бишкека президента нашей страны встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров. Саммит состоится сегодня. Ожидается, что помимо Касым-Жомарта Токаева, участие в нем примут президенты России, Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. И как только что стало известно, в государственной резиденции Ала-Арча Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Через несколько минут начнется заседание Совета глав государств-участников СНГ.